Электронная регистратура переехала. С 1 июля записаться на прием в поликлинику можно будет только через портал государственных услуг. Талоны выдадут и непосредственно в медицинском учреждении. Изменения коснутся сайта регистратура 37РФ. Через месяц он будет носить ознакомительный информационный характер. В то же время на портале госуслуг заработает личный кабинет «Мое здоровье», где будет отражена информация о прикреплении к той или иной поликлинике, сведения о страховой компании и медполисе. Введение этого сервиса позволит упорядочить запись на прием к врачу, в частности, исключить злоупотребление записью в электронном виде. То есть многократное использование записи через электронную форму и последующую неявку на прием к врачу. По мнению специалистов, нововведение позволит сократить очереди в поликлиниках. Это особенно важно в так называемые пиковые моменты, когда эпидпорог превышает норму и количество пациентов резко возрастает. На сегодняшний день через электронные ресурсы на прием записывается около 40% населения. Каждый пятый использует мобильное приложение. Медики в поликлиниках проводят разъяснительные беседы с ивановцами, рассказывают и помогают пациентам зарегистрироваться на сайте госуслуг. Сидя дома, открыть сайт электронной регистратуры, выбрать специалиста, к которому хочешь записаться, найти свободный номерочек и записаться. Если это невозможно, можно позвонить в регистратуру и в ручном режиме записаться, потому что иногда происходит сбой, пациент не видит свободное место, либо оно есть, но он его опять же не видит. Сбои в работе системы происходят, однако проблемы решают в короткие сроки и в штатном режиме. В настоящий момент мы пытаемся записаться к специалисту-окулисту. То есть, как бы, вот сейчас мы узнали, что в данной поликлинике действует система записи как через электронную регистратуру, так и непосредственно в самой регистратуре. То есть в электронной регистратуре происходят некие изменения, и поэтому есть сложности в процессе записи. Поэтому сейчас мы будем непосредственно через саму регистратуру записываться, через медицинского регистратора. Своего сына Ольга записала на прием к педиатру еще 2 недели назад, чтобы выбрать удобное время посещения. Женщина зарегистрирована на сайте госуслуг и делится опытом использования. Мы постоянно записываемся через электронную регистратуру, то есть через госуслуги. Мне очень удобно, мне нравится, то есть тот день, который мне необходим, и то время. Вот. Мне очень нравится. Пришел, нас посмотрели, мы ушли. Иногда бывает, что недоступно, сервис недоступен, обслуживание. Вчера вот целый день был недоступен. То есть мы не могли записаться на УЗИ. Но вечером все восстановилось, мы записались. Записаться на прием с помощью госуслуг можно в течение 1-2 минут. В перспективе в личном кабинете можно будет узнать об оказанных пациенту услугах. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.